Площадь Ленина в Ставрополе превратилась в большой спортивный зал. Дети и взрослые повторяли за тренером упражнения, которые помогают сохранить здоровье и чувствовать себя хорошо. Желающих размяться с утра пораньше оказалось очень много. Дал старт утренней зарядке губернатор Владимир Владимиров. И знаете, огромное спасибо за то, что площадь Ленина сегодня полна детьми, которые хотят быть здоровыми и развивать здоровье в настоящем стране. Спасибо вам, нам всем удачи и большого здоровья. Глава региона и сам выполнил несколько упражнений, чтобы взбодриться в начале трудового дня. Традиционную зарядку проводила заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира и Европы Наталья Крыжановская. Для нее это не просто разминка, а стиль жизни, к которому она приобщает молодое поколение. Мы справились с этой задачей. Я считаю, что действительно это мини-рекорд для проведения такой массовой, огромной зарядки, и она действительно получилась как никогда за 12 лет одна из лучших. Также День здоровья отметили жители и гости города Железноводска. Особенно участникам понравилось крутить педали. Причем велодостижения не оставались без поощрений. За каждые накрученные 5 километров спортсмены получали бутылку минералки. И что интересно, заработать освежающей воды можно было сколько угодно. С наступлением тепла такие полезные акции на Ставрополе будут проводиться чаще. Ярослав Лапин и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение.